вами я, Кот Гудрон, и в сегодняшнем ролике я начинаю мою рубрику про... Ну, может, это не рубрика, ну, короче, это первая серия Скайблока. Так что, пацаны, готовьте все к тому, что меня ждет неизвестно чего вообще и неизвестно как вообще, короче. Ну и что ж, мы погнали, давайте, ставьте лайкосики, подписывайтесь на мой канал, не забывайте написать всякие комменты и... Давайте, пацаны, я жду от вас 50 подписчиков, так что погнали. Давайте. Именно что сейчас я буду делать? А для начала мне понадобится убить тебя, чтобы мне выпала говядина. Убить тебя. Там говядина, убить тебя. И ебой, всего я собрал 4 говядины. В принципе, мне хватит. Так, что надо делать? Давайте посмотрим, что мне вообще дали в сундуке. Ну, там, как понятно, лава, вода, вода, лава, дерево. Угу, дерево дали мне, там все понятно с этим, пацаны. Ну, а мне надо начинать рубить само дерево, чтобы скрафтить хотя бы одну кирку. Мне надо скрафтить сейчас верстак и одну кирку. И, в принципе, мне этого будет хватать. А для чего мне это надо? А для того, чтобы, как я вам говорил, скрафтить одну кирку. Опа, яблочко выпало. Я вообще уже богач, пацаны. Короче говоря, я стал богачом. Так. Опа, мне палочка выпала, уже не надо палочку крафтить для кирки. А нет, надо там 2 палочки, по-моему, надо. Для кирки вроде бы 2 палочки. Так, все готово. А, давайте сейчас быстренько зайдем в застройки. В 4. Сохранить инвентарь. Да, я буду сохранять инвентарь. Если я все потрачу, то все видео будет очень плохое. Честно говоря, коту под хвост. А, мне этого не надо. Так, все, дерево есть, рубили. Быстренько крафтим из дерева досочек, штук 16. Быстренько верстак. Ну, там палочки можно уже самому сделать. А, вот, у меня есть 2 палочки. Не надо дерево туда ставить, не надо, вот. Верстак. Быстренько создаваем одну кирку, и, в принципе, все, мне этого хватает, и где же мы начнем рубить вниз? А, в принципе, я думаю, здесь мы и начнем рубить вниз. Вроде бы тут ничего страшного такого нету, в этом райончике, да. А, погнали, пацаны. У меня цель очень легкая, сейчас мне надо кое-что сделать, да, что, честно говоря, но кое-что надо сделать. Вот, что я нашел, в принципе, поэтому все, мы начинаем рубить тут все. А дерево я так и не посадил, да? Ага, дерево не посадил. Посадим уже на этом месте, пускай у меня тут, вот здесь будет все время расти дерево. Я думаю, нормально будет, красиво смотреться. Ну, там все время дерево. Так, давайте... А, еще вам кое-что хотел поговорить я с вами хотел. То есть не поговорить, я хотел вам сказать то, что у меня, я подтвердил свой аккаунт на ютубе, да. Теперь я могу снимать видосики хоть часами. Честно говоря, часами я не хочу снимать видосики, потому что вам тоже надо перерыв, чтобы вы отдохнули от видео, поэтому я буду снимать не знаю сколько. Ну, короче, сколько времени надо, столько я буду снимать, все. Это то, что я вам хотел всем сказать. Сколько мне вот понадобится времени снимать видео, столько я и буду снимать видео. Так что ничего мне не говорите, поэтому просто мы начинаем с вами рубакать все тут. Давай, рубись. Ну и, в принципе, у меня все хорошо, прям супер детально, хорошо. Опа, мне уже уголь попал, так, это хорошо, я могу скрафтить 4 факела. Это, пацаны, отличненько, 4 факела для меня это норм. Ну, не норм, конечно, лучше бы 8, но 4 тоже нормально, я думаю. Если сейчас я еще найду один факел, то будет еще лучше. А чем больше факелов, тем, пацаны, все знают, это очень хорошо. Очень хорошо. Солнце печет.
все хорошо, или там, не знаю, как поется. Так, все, минус вся кирка, короче, не успела я дорубить. Но, в принципе, это не страшно. Все. Все можно исправить. Так, давайте сразу положим ресурсы, которые мне не нужны. А пока что мне не нужно яблочко, а мясо, яблочко, деревья, лаву, то есть землю, лаву. Это, ну, это мне все надо там. Блин, уже дождь идет, но это хорошо. Стоп, у меня дерево уже выросло. А нет, оно растет. Пускай растет, там все хорошо будет. Чем мне надо, чем мне надо? Мне надо палочки, там 4 керамбита не надо. В принципе, блин, 2 керамбита хватит. Ну, и одну эту скрафтим, потом возьмем этого скрафтим. Один факел, конечно, это 4 факела, но в принципе все нормально. Давайте положим наши ножики. Блин, факел не нужен, ножик положим, палочки оставим, это все там надо. Ну все, пошли ты вниз. Так, на улице, по крайней мере, очень плохая погода, но у меня тут все отлично. У меня тут все идет по плану, честно говоря, вообще не по плану все идет. Но идет все норма. Честно, для меня вот такая обстановочка, это нормальное дело. Так. О, еще факел. Я думаю, что тут чего-то не хватает, а именно мне надо скрафтить факел. Хотя у меня есть уже факел. Блин, вообще погода плохая, но я могу спрятаться здесь. Но я не хочу это делать, поэтому крафтим. У меня сейчас цель вот все скрафтить. Вот у меня скайблок, все. Эта жизнь уже очень суровая, хотя не знаю, чем она суровая, но она суровая. Для меня это сурово. Так, все готово. Вход сюда есть. Я, в принципе, так буду ставить эти око и да, око края и телепортуюсь уже в сам Эндермир. Но я чувствую, что это будет не в этом видеоролике. Так, я думаю, чего-то тут не хватает. Да, мне тут серьезно чего-то не хватает. Не хватает мне факела. Вот, я думаю, в принципе, здесь. Вот, он так стоит. Пускай будет пока здесь посередине. Он так раз освещает всю местность. Так, рубим сюда. Тут уже край мира. Давайте уже эту стеночку дорубим, в принципе. Так, и все. Так, готово. Стеночка дорублена. Тут все красиво, тут все красиво, но это еще не все. Так, в принципе, вход я оставлю, как бы он мне нужен будет вход наш. А это, в принципе, я думаю, мне не надо. Но, в принципе, я не буду это рубить, потому что там песок, там песок. Там этот кактус, там песок. Туда не надо лучше ничего не делать там с тем местом, поэтому рубим дальше. Ага, и тут уже, я понимаю, стенка, и тут здесь у нас уголь, это очень хорошо. Тут у нас ничего нету. Я буду тут рубить чуть-чуть. Ну, как вам сказать, чуть-чуть по-своему, потому что там, блин, тут уголь не надо. А, ну серьезно, там камень. И тут камень. А, ну тогда что-то потом с вами протупил. Потому что тут камень, все нормально там. Так, что готово, готово. Там чу, в принципе. Там только один блок этого. Ну там, в принципе, ничего не может не выпасть сверху. Но хотя что-то может, там не знаю что. Так, ага, это мне тоже не надо. Вот, все готово. Ай, а я себе выход заблокировал, да? Ага, я себе выход заблокировал. Во. Так, готово. Выход есть. Выход с дома есть, это уже хорошо. То есть не с дома, а с моего мира. Ну, не с моего мира. Ну, вы понимаете, вы догадались, я думаю. Вы, пацаны, нормальные, вы должны были догадаться, что я имею в виду. Мне надо факел поставить, вот что я имею в виду. Да, ну тут, в принципе, ничего такого новенького нету. Ага, выполни неизвестная порода мне. Так, ну что я вам могу сказать? Там ничего. Вот сверху, если давай-ка я все равно порубим. Ну, не знаю, что там. Мне кажется, ничего крутого не будет. Да, ничего крутого не будет. Вот зря, пацаны, рубил.
что там будет это. Давайте закроем, и дальше будет то же самое. Поэтому я планирую рубить тут до сюда. У меня скоро кончится моя кирка, но ничего страшного, я еще скрафчу, так как мне самое главное деревья есть, а остальное мне, в принципе, не надо. Я должен выбить максималочку с этого мира. Ну, по крайней мере, я себе поставил цель выбивать максималку. Ну, не знаю, до скольки там. Ну, пока выбиваем, и это все хорошо. Все хорошо. Солнце печет. Так, готово, нет, не готово. Блин, у меня кирка кончилась. Кончилась моя кирка, тут что-то есть, там всякая фигня, пацаны. У меня на улице ночь, дождь, блин, я ничего не вижу. А мне... одну печку. Ага, все готово. Так, все, пацаны, готово, все поставил, печка, 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 мне пока там ничего не надо в этой печке, потому что я ничего не добил, вот, кирка, да, кирка мне нужна была моя кирка. Не знаю, для чего, в принципе, тут рублю, все равно я породу сверху никакую не добуду, потому что там уже земля, и вы уже увидите, что породы никакой нету тут. Тут просто обычный камень. И этот ненормальный песок, который опять мне выпал. Да почему? Я люблю песок собирать. Это ж... Понимаете, почему я теперь не хотел ничего рубить? Вот, блин, этот песок и вот то, что у меня под домом, теперь какая-то яма из этого. Вот, поэтому я не буду дальше вверх рубить, потому что там кактус стоит, там 100% что-то выпадет. Я оставлю так. Вот, все. Я думаю, нормально. Ну, сойдет. В принципе, сойдет. Ага, давайте рубим вниз. Так. Так. Сохранение инвентаря включил по своим причинам, но мне так надо. Вау, железо нашел. Ебой. Только чему я так радуюсь? Я радуюсь железу. Да. Я думаю, все понимают. Вот какой человек будет радоваться железу? Но я радуюсь железу. Это мое чудо. Железо для меня это супер. На. Я думаю, тут не хватает факела, в принципе. В принципе. Вот, смотрите, как с факелом хорошо. Мне, честно говоря, супер. Ой-ой. Я тут еще зомбинки. Я понимаю, почему там что-то было, они там вообще бешеные, да, зомби? Вы бешеные. Ну ничего. Я на зомби не обращаю внимания, и вам тоже советую ничего не делать. Они меня никак не достанут, поэтому пока что нет, в том районе ничего не надо. Опа, не понял. Не понял, а? Ты, блин, что меня бьешь? Зомбари, блин, тупые. В том районе мне пока ничего не надо. Есть. А, я прям под порталом ворол, да? Блин, нафига я факел поставил? Так, что-то тут мне не нравится. Так, вот так, нормально. Не буду вверх рубить, так как у меня там... Мое там нужно кое-что, сокровище. Там нету никакого сокровища, пацаны. Да тут ты задолбал. Мне вас сейчас, пацаны... Не, я не понял, ты что гонишь? Вы что, гоните? Ну, не, все, вы задолбали. Зачем я поставил блок? Пацаны, вы мне надоели. Да почему я блок еще поставил? Вы мне, честно, надоели. Все, я пошел от вас нафиг. Ну, вас нафиг. Вы не думаете, пацаны, что я их испугался? Я просто кое-что возьму. Во. Ну, теперь давай пойдем. Блин, кактус, ты чё меня? Ты чё на меня гонишь, кактус, а? Спайк, это спайк, пацаны. Это был спайк из Бравл Старса. Ну чё, пацаны, всё, анимешка, да? Чё, покемон? Слышь, ты, блин, слышь, у меня сейчас убьют зомби в броне, Чё, гоните? Вы чё, гоните на меня, пацаны? Вы гонишь, ты гонишь. Ага, вас трое, блин, вас опять четверо. Потому что там спаун их не специальный для зомбарей. Ну давай, у меня пол хпшки. Ну блин, мне надо пожрать. А, короче.
Да ты гонишь! Вот, пацаны, сейчас бы быстренько скрафтил динамитик и их бы взорвал. Да какого фига они там спавнятся? Там, блин, их не спавн, ё-моё. Это нереально. Я не знаю, сколько их буду убивать. Ты сдохнешь. Там, в смысле, они там спавнятся? Это отвали ты, блин, бешеный зомби. Вы зомбари тупые. Вы сдохнете. Я вам гарантирую, что вы сдохнете там. Дайте мне это. Ну вот этот зомбяк, который он стоит, он не задолбал. Я до него не дотягиваюсь, он меня, блин, бьет. Он задолбал, пацаны. Ну честно, меня они задолбали уже. Особенно ты, тупой зомбяк. Который там стоит и не хочет оттуда валить, чтобы я ваш спон поломал. Давай. Да что, блин? Такого фига я сдох. Какого фига я сдох? Че, блин? Че, какого фига? Пацаны, я вообще не уехал. Ты задолбал меня, тварь ты. Я ломаю ваш спавн. Это очень долго. Я поломал их тупой спаун. Это моя награда. Ой, блин, а как мне выбраться? Пока мне сюда не надо, потому я буду отсюда выбираться, пацаны. Все, теперь зомбарей нету, можно спокойненько продолжать мою работку. Вот, смотри-ка, как у меня тут все всегда было хорошо. Алмазь, Зик. Мне кажется, тут кое-чего не хватает, а именно факела. О, золото! У меня есть с этой железной кирки, чтобы взять золото. Да отвали ты от меня, сейчас чудница. Хотите прикол? Вот, хотите прикол? Там лава. Меня сейчас убьет, но ничего. Теперь вы понимаете, почему я поставил сохранение инвентаря. Вот из-за этой фигни. Не за зомби, а вот из-за этой фигни. То, что там лава. Ну, по-моему, у них еще там спавн. Ну, спавн именно где лава начинается. Истоки лавы, короче. Вот тут. И вот тут. А как я говорю? Обо что? Теперь поняли, где их лава? Догадались? Поэтому все, кто будут, те, кто будет проходить эту карту, всегда будут знать, что там есть и хороший человек по имени Лава. Который сейчас хочу забраться. Есть, вроде все получилось. А, да, все, пацаны. Да, опять я говорю, ё-моё, у меня пол сердечко. Ой, господи, вы выиграли, у меня было пол хп, и я выжил. Ё-моё, у меня было одно хп. Ну все, уже все хорошо. И что я вам скажу, пацаны? День у меня задался в этом мире. Хотя уже ночь. Так, это... О, ё-моё, 4, я же пошел крафтить себе кирку. Вот, до улицы день, я целую ночь там пробыл, сражался уже день. Ё-моё, я ничего не смогу скрафтить. Так, теперь могу я что-то скрафтить. Угу. У меня куча мусора, но ничего там. Все хорошо, все у меня по плану идет, пацаны. Ничего там не думайте. Где я был? Я тут был, да? Я пошел в нулевые этажи почему-то. Я не стал рубить, а именно пошел в эти этажи. Ну ладно, идем уже сюда. Поэтому пошли где. Тут уже вон, хорошая награда. Это уже алмазики пошли. Алмазики, это, пацаны, очень хорошо. Если я скин нуба, но это не значит, что я нуб на самом деле. Но алмазики это лучше, чем даже вот золото, честно говоря. Потому что золото, оно как бы плохо ломает, но она очень быстро все. Оно ломает, блин, быстро, а ну, мало что там происходит. У меня сейчас кирка уже все.
подходит ей смерть. Кирка поломалась, подошла мне смерть. Ну, не мне, моей кирке, она уже умерла. Так, ну, чё, пошли. Так, я сюда, в принципе, спустился. А как мне теперь подняться, в принципе? Да, золото. Если я сделаю себе подъем. Вот такой подъем. То нормально все будет. Идем, оно должно было уже там все закрафтиться. Блин, опять меня кактус ударил. Ну сюда. Во, готово, пацаны. Это вообще обалденненько. Теперь быстренько крафтим мне мою кирку. Ой, я ж могу себе даже сапожки, конечно, скрафтить, но вопрос зачем? Вопрос, зачем мне крафтить сапожки, мне надо кирку. Ищем кирку, ищем кирку. Одна, конечно, кирка. Вау, я могу такой железный меч. Ну, я взял кирку. Ну, согласитесь, вот кто бы не взял кирку? Мне кажется, все бы скрафтили кирку, а не что-то там другое. Так, что, давайте договоримся, что первое будем рубить. А золото или алмазы? Разумеется, я буду рубить золото. Ой, блин, алмазы. Ай, а, все. Давай. Алмаз. Еще алмаз. Еще алмазик. Давайте посмотрим, сколько у меня алмазиков. У меня 3 алмазика. Ё-моё, пацаны, это же гениально. Да факел. Еще ищем алмазы. В принципе, что еще алмазом? Я забыл, что надо было сначала крафтить простую кирку. А хотя я могу сейчас крафтить золотую кирку. Ну, нет, не золота просто не хватит. Потому что у меня, я добыл только одно золото. Поэтому мне не хватит, не? Ничего не получится. Самое прикольное, что чтобы алмазы, они не плавили, их не надо в печке плавить. Они вот уже готовы, у тебя алмазы. Ой, чего-то. Ага, фиг вам алмазный меч. Я смогу скрафтить алмазную кирку. Угу. Так, короче, пацаны, пишите мне в комменты, крафтили ли мне алмазную кирку. Если я сейчас крафтю алмазную кирку, то, возможно, она мне пригодится в... блин, в вот этом деле. То есть, там. Но я не уверен, что мне там что-то пригодится. Ну, честно, думаю, что я их положу себе в свой ящичек, как и 3, не буду. Я положу себе всех здесь в ящик, а потом уже думаю, что вот когда я пойду туда, я себе уже скрафчу и меч, если хватит, и кирку. Потому что, по-моему, мне надо будет телепортнуться в этот мир, в эндермир. Поэтому я оставлю. Ну, не знаю, как вы, в принципе, хотели мне сказать, но я оставлю. Мне надо пойти лучше скрафтить было каменную кирку. Поэтому я пойду скрафчу. Где крафт? Почему мне не хватает на каменную кирку? Мне не хватает 2 палки. Куда я дел палки? На факел. Так, понятно, понятно, понятно. Дерево не выросло. Ну, я знала, что мне придется ломать мою крышу. Честно говоря, в этом доме я даже никогда не был, поэтому я не знаю, для чего мне там вообще он. Вот. Блин, 2. А, чтобы было очень все симметрично, я сделаю еще тут. Во, все готово. Можно крафтить смело палочку. Мне этой палочки ни на что не хватает. Разумеется, мне на 2 кирки хватает. Так, 2 кирки у меня готово. Теперь у меня всего 3 кирки. Так, в принципе, я хотел сначала порубить верхний уровень. Да, я буду рубить верхний уровень. А потом пойду уже, пацаны, на нижний уровень.
Нижний уровень, вы догадываетесь, какой это уровень? Это, ну, где обсидиан, короче. Мне кажется, мне дали лаву и обсидиан. Знаете, для чего? То есть лаву и этот, и воду, чтобы я скрафтил обсидиан. Хотя я не понимаю смысла от этого, если тут куча обсидиана. Ну, маленький подумал, что это очень все долго, конечно, делать. Да, это 100% долго ломать, и потом я неизвестно куда упаду, но я думаю, это стоит того. Это стоит того, чтобы все сделать такое. Взяли золото. Я думаю, блин, я думаю, чего-то все-таки стоит то, чтобы я поломал обсидиан, а из воды и лавы просто его не скрафтил. Ну и может мне вода... Серьезно, я воду буду сохранить и лаву. Она, возможно, мне пригодится в Эндермире. Я вообще не знаю, для чего мне телепортнуться в Эндермир, но, по-моему, мне туда надо. Вот вроде бы, не вроде бы, а мне туда надо. А вот вопрос, для чего мне туда надо, я, пацаны, сам не знаю. Только не знаю почему, но мне туда надо. Давайте рубим уже спокойненько, ничего не думаем, ни о ком не думаем, просто рубим. Ходите, возьмите себе, сделайте себе чаек с печенькой и приходите и пейте. Только тогда видео лучше будет смотреть на компе. Если вы придете с печеньком и с чайком. Ну, как хотите, в общем. Там вода серьезная и чешуйница. Что мы сделаем? Мне туда не надо, мне туда не надо. Пока что мне туда не надо. Это пока. Потом мне туда 100% надо будет вниз. Давайте я уже с вами этот закончу, и что будем делать, что будем делать, что будем делать, а что мы будем делать, пацаны, я не знаю, что мы будем делать. Для начала давайте уже закончим, в принципе, это все строительство, ну, второго этажа, я имею в виду, ну, вы догадались. Ну, вот, все, второй этаж у меня, блин, не полностью, вот, золото взяли, все готово. Второй этаж готов, давайте хотя бы поднимем. Ой, а нет, там ничего. Так и поднимемся хотя бы и посмотрим, что у меня вообще. Как крафтить око в Эндермир. Давайте посмотрим, как крафтить око в Эндермир. Так, для ока мне надо будет Ender Glass и вот это. Ага, это только будет одно око. Как крафтить это? Надо золотую палочку. Ну, это понятно, конечно, золотая палочка. Где же еще взять эту золотую палочку? А где это само? Где само? Ну, вот око, а это жемчуг края. Это око края, а жемчуг края. Жемчуг края. Ну. Око. Чё одно око? Ладно, давайте напишем жемчуг. Пишем. Жема. Жема. Шуга. Кра. Жемчуг края. Ну, все. Где? А где жемчуг края? Алло, гараж. Ладно, пацаны, я думаю, что на этом я с вами буду прощаться. Всем пока. Уже с вами будем говорить во второй серии. Так что до новых встреч. С вами был я, Кот Гудрон. Всем пока.